Данное видео будет о полигональной кладке в Перу, а также о следах, оставленных древними мастерами в мегалитических блоках и в древних разрушенных сооружениях и каменоломнях. Каменоломни там причудливые, это не наши современные каменоломни. Они очень сильно отличаются от наших, и такое впечатление, что как будто, я не пытаюсь ничего утверждать, это все должны говорить ученые, но как будто камень был размягчен, словно глина, по крайней мере визуально так видно на фото. Все фото и все фотоматериалы, которые будут в видео, любезно предоставлены Виктором Комиссао с Facebook. Я попросил у него предоставить эти фото, и он любезно согласился, чтобы я мог опубликовать фото в моем видео. Я выбрал только те фото, которые касаются полигональной кладки, касаются древних каменоломних и мегалитических сооружений. Других фото я не касаюсь, то есть современные какие-то постройки, либо обычные постройки индейцев, ну там сложенные камни, там всякое такое, я этого не касаюсь, только очень древняя полигональная кладка, очень древние сооружения. Кто их построил, по крайней мере для меня, неизвестно. Я бы мог сказать, что это шедеврально. Я, честно сказать, я не ожидал, что их там так много, этих сооружений. Я как начал проверять эти фото, я просто поразился. Это такое впечатление, что это как будто там, я не знаю, но это как будто целая цивилизация. Это все было поставлено на поток. Это не единичное сооружение. Это не только там Кенко, Юрак, Руми, там Гиатамба или там еще Куско, еще пару. Это просто какое-то массовое, говорится, глобальное строительство там было. И все это было, по крайней мере, по сугубо личному моему мнению, как будто было в одномоментно заброшено во всех местах. И стройка была остановлена одномоментно, как будто. Я не пытаюсь ничего не утверждать, это все должны говорить ученые, историки. Но, по крайней мере, судя по фото, как будто вот все было брошено в момент строительства. И строительство велось не в одном месте, не в двух, не в трех, и даже не в десяти, а в десятках, многих десятках, если там не в сотни мест, одновременно. Гигантское было строительство. Фото поражают, что я могу сказать. Как говорится, меньше слов, больше дела. Вы все увидите, конечно, видео, но фото поражают. Это гигантские карьеры, с которых извлекали эти блоки, как будто вот черпали ковшом экскаватора, зачерпывали и выкладывали эти полигональные кладки, а потом еще как будто, тоже опять-таки я не пытаюсь ничего утверждать, как будто часть каких-то сооружений было взорвано, и они обрушились, и кусками вот попадали, и образовали вот такие вот обрушенные какие-то части сооружений, разрушенные, по крайней мере. Ну, официальная наука скажет, что это землетрясение, может и землетрясение, я не пытаюсь ничего утверждать, не пытаюсь ничего проверять. Землетрясение, хорошо, пусть будет землетрясение. По крайней мере, на видео вы увидите вот какие-то разрушения. А потом индейцы собрали там эти все камни и сложили вот вокруг этих полуразрушенных сооружений свои вот обычные индейские террасы, и они все там с таких плохеньких камней, все криво-косо, и соорудили вот гигантские их террасы, где они высаживали там картофель, маис там, ну и прочие злаковые культуры, подсолнечник там и другие. То есть всем советую посмотреть данное видео. Фото очень много, в одно видео они не уместятся, и даже два не уместятся. При всем моем желании это видео будет больше, чем на 2-3 часа, если пытаться их всунуть в одно видео. Поэтому видео, скорее всего, что будет из 4 частей. Я попытаюсь, конечно, ужать, чтобы было поменьше. Но я думаю, что, скорее всего, что будет 4 части видео. Всем советую посмотреть данное видео, и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я отдельно поздравлю отдельным видео про Новый год, покажу отчет о проделанной моей работе за год и за весь период, который был с момента основания моего канала. Еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом, и
Всем советую посмотреть данное видео о мегалитической кладке.